Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Тома Питерса «Совершенство сейчас. 10 основных фактов». Находите кнопку «Подписаться» и жмите ее неистово, а мы начинаем. Факт номер один. Люди и сообщество превыше всего. Высшая всеобщая вовлеченность должна стать целью. Забота лидера в том, чтобы выращивать лидеров, а не набирать последователей. Каждый сотрудник должен помогать расти товарищам. Создание жизнеутверждающих товаров. Товары и услуги должны вдохновлять потребителей и заставлять сотрудников гордиться работой и улучшать мир. Питерс называет это радикальным гуманизмом. Жесткое – это мягкое, мягкое – это жесткое. Штатное расписание может оказаться фантазией, а цифры – предметом манипуляции. Если заботиться о кадрах, признавать их заслуги и оказывать наставничество, можно создать здоровые и сплоченные организации. Семь основных принципов лидерства в эпоху COVID-19 ждут вас в текстовой версии по ссылке в описании. Подготовка кадров – капитальное вложение номер один. Персонал компании – это самые первые и важнейшие клиенты. Не называйте людей человеческим ресурсом, считайте их отделом крутых людей, помогающим другим крутым людям расти и делать мир лучше. Пятый факт, главный принцип – ВВВ. Высшая всеобщая вовлеченность – ВВВ – это то, на чем построена эффективная коллективная работа, качественные совместные проекты, превращение клиентов в фанатов. Наем талантливых людей – совершенство, нужно ответственно принимать решения о повышении. Шестой факт – секрет выживания в эпоху COVID-19. Чтобы выжить в условиях сегодняшнего беспощадного рынка, любой организации нужно находить новые способы помочь клиентам. Для этого требуется прийти в состояние ТВП – теснейшего взаимодействия с потребителем. Много внимания дизайну. Великий дизайн нацелен на заботу о человеке, а не на принципе минимальных издержек. В этом проявляется радикальный гуманизм. Дизайн приносит в продукт эмоциональную составляющую. Восьмой факт. Маркетологи упускают две рыночные возможности. Больше внимания старикам и женщинам. Если 70% товаров и услуг покупают женщины, они должны составлять минимум 50% управленческой команды. Старики покупают 50% товаров и услуг, но только 10% маркетинговых расходов рассчитано на них. Побеждает тот, кто больше пробует. Дружите с непохожими. Будьте открытым к различиям в возможных измерениях и плоскостях. Важно стремиться к разнообразию, когда нанимаете сотрудников, выбираете поставщиков, проводите аттестацию персонала и занимаетесь тайм-менеджментом. Заключительный факт – состав идеального совета директоров. Идеальный совет директоров, который будет самым лучшим образом управлять компанией, по мнению Тома Питерса, состоит из 10 человек, разбитых по 6 основным категориям. Все они перечислены в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под этим роликом. Не проходите мимо, подписывайтесь на колокольчик, слушайтесь маму и читайте новинку от Тома Питерса «Совершенствуй сейчас» вместе с «Читай быстро».